Ну что ж, продолжим работать над нашими сережками. Я взял вот эти. Так, стоп. Я взял вот это, скопировал и вырезал одну штучку. И теперь я ее буду устанавливать. Так, это 7. Давайте. G. Вот так. И я такой, чтобы я развернул немножко. Вот так. Так. И вниз, и вниз, вниз, вниз. Я хочу ее прилепить вот сюда. Вот сюда хочу прилепить. Так. И еще раз развернуть. G подвинуть. Вот так. Вот. Так будет здорово. S. S. Немножечко уменьшить. Хорошо. Так. И сказать центр. Объект. Set Origin 3D курсор. Ну и уберем отсюда на всякий случай все наши трансформеры. Вот так по нолям выставили. Видите? Все прекрасно. После этого можно делать спокойно мир. Смотрите. Раз. И оно тут встало. Замечательно, с этим мы справились. Так, теперь здесь. Во-первых, мне не нравится, что они такие крупные. Давайте мы их немножечко вот эти вот. Объект мод. S. А чё? Ну, теперь опять началось, черти что. Apply. Почему он там какие-то эти вращает? Черти что. Пойду в edit mode. Выделю вот это. Вот. И сейчас S. Вот так. И раздвинуть надо. G по X. Что такое? Ну понятно, что это такое. Это надо вот так делать. Теперь все выбирать. И G вот сюда поставить. Так. А вот этот G вот сюда поставить. Вот так. Отлично. Далее у нас здесь перламутровые такие штуки будут. Вообще-то далеко я управился с этой. Вот так. Так. Они будут вот такие. Объект мод. Прекрасно все. Берем теперь. Миш. Сферу и тащим куда-нибудь вот сюда. Сфера получилась? Ну. Это мне загадка, конечно. Какого хрена она тащит за собой вот эти вот пивоты? Геометрия. Видите? Я никак не могу понять, что это. С какого фига это происходит? G. Начинаем вот сюда ставить и поворачиваем. R на секунду назад. Так, сверху посмотрим, сверху, да и все. Сверху лучше всего видать. S поменьше сделаем. G
Вот сюда поставим. Чем-то все равно. Так. Отлично. Дальше вот здесь еще одну сферу. Мы говорим Shift D. Так. По Y ее. По Y. И уменьшаем. Да, ну пивот должен быть в геометрии. Смотрим 7. R. Ну нет, G. Вот сюда. Но, ребята. Давайте-ка мы приплюсим S по Y, да? Вот так. И тогда мы ее спокойно можем даже много этого S по Y. Вот так. Еще раз уменьшим ее. Вот так. И поставим ее как будто на ней держится все. Да? Седьмая. Сюда наверх. G по Y. Вот так. Как будто она на ней и держится. Отлично. Можем немножечко еще S по Y. Вот так сделать. Вот так. Вот так хорошо. Выглядит прекрасно. Далее выделяем эти вещи. Shift D. Ставим по X. Вот сюда. Прекрасно. Так. Ну, я бы такой, ребята, что... Вот это и это взял. Сказал Shift-D. Shift-D. И вот сюда поставил. Но при этом Edit Mode. Вот это вот. Стоп, 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 стоп. Edit Mode. А почему? Это, да, и Edit Mode. И тогда я взял B, вот это выделил все, вот это так вот. Но при этом мне надо нажать вот эту вещь, вот так выделить и удалить. Все, это мы удалили. Теперь у нас осталась только одна штучка в Edit Mode, вот это. И это мы очень четко можем развернуть R по X. А что такое? R по Y, что ли? Не может быть. R по Y. А, все ясно. Объект set origin геометрии. R по Y, да? Так, вот так сделаем, да? Конечно. Но и этот, кстати, не проверил, да, как он выглядит сюда. Вот так. Чуть-чуть меньше надо сделать. И это чуть меньше. И по G, по Y подвинем вот сюда. Так, тогда, если мы это все выберем, объект Mode, так вот мы выберем, то мы спокойно можем подвинуть эти вещи сюда. G. Вот так. Как бы подвеска такая. Ну, посмотрите теперь сбоку, да, сбоку как раз
не получается, да? Ну ничего, сейчас сделаем. Что там? Z, что ли? Z. Где Z? Вот так вот. Все. Отлично. Но вот эти дела, вот с этими делами надо вниз. Вот так. Раз. Убрали. И то же самое здесь. И вот этот. Три. Убрали. G по Z вот так. Все прекрасно. Отлично. Все работает. Работает. Хорошо. И передвигаем сверху, если смотрим, да, то передвигаем вот сюда. Shift D. Дедин по X. И оба этих поднимаем наверх по Y. Так. Все. Прекрасно. Последнее, что нам осталось, ребятки, это сделать здесь, ну, в ухо, которое вставляется-то, штуку, трюку. А сейчас сделаем. Первое, что нам надо, взять какое-нибудь колечко, Shift D, и перетащить его вот сюда. По... Ну что ж такое. Shift D. И пошли. G по Y. Вот так. А далее наверх. Наверх, мы товарищи, все по местам. Вот так воткнули сюда, как бы припаяли колечко. Отлично. Так, ну что ж, теперь осталось сделать последнее, да? Так, где оно у нас? Вот так оно выглядит. Вот так оно выглядит. Вот я не знаю. Дело в том, что я вот это случайно Shift-D и по Y я случайно ее вот отсюда забрал. И неправильно забрал. Надо теперь опустить вот сюда. Так, все хорошо. Такая длинная веселечка у нас получилась. Единственное, что как-то тут много места. Ну, это на любителя. Итак, S3, да? Давайте мы сейчас сделаем следующее. Мы возьмем с вами вот это. И начнем вот отсюда. Раз. А, нет, секунду. Наш вот отсюда должна быть как колечко идти сюда. Правильно? Вот это так оно должно выглядеть, правильно? Да. И если мы пойдем в Edit Mode, но для этого сначала выделим вот это. Опля. Вот это выделим. Сделаем чуть поменьше. Вообще некрасиво все это. Удалим. Давайте серьезно отнесемся. Серьезненько отнесемся, то есть здесь будет колечко, да? Так, вот так, так. Здесь вот так и прямо. Потом
после того, как она прямо, да что ж ты магнитишься-то? Я же не хочу, чтобы ты магнитилась. Вот так. Так. Не получилось. Еще раз. Ты посмотри, что творится. Не получается у меня. Если объект, ну вот тут мы можем поправить, конечно. Тогда мы лучше здесь поправим. Так. Или лучше мы возьмем сейчас следующее, мы возьмем другое. Вот это вот удалим. А вместо этого возьмем вот эту скуру и возьмем BCR. Где вот она, BCR? Это G и PY. Вот он, BCR. Так, давайте перевернем ее как-то. RPA. Вот. На 90 градусов. Так. И R по X. Вот так. Вот. А отсюда мы уже сможем делать все, что мы хотим. Да? А что мы хотим? Мы хотим петелечку сделать. Поэтому мы идем в объект Edit Mode. Так, говорим Е, сюда. Уменьшаем. Так. Так, и поднимаем сюда. То есть делаем петельку. Делаем петельку. Петельку сделали, я надеюсь. Хотя надо стоять сбоку. Вот так. После этого, конечно, будет вам петелька. Е. Так. Это сложный процесс, но мы справимся. То есть вот так вокруг закручиваем. И здесь тоже вот сюда. Вот так. Мы получим такую закругленочку. G. Мы используем G постоянно. Так. Получилась довольно-таки круглая штука. Отлично.
Далее Е сюда. Е сюда. Е сюда. Ну, вот так. Раз. Здесь выровняемся. Ну, вот, лишний вертикаль убрали. Так, ну вот где-то так. По идее, можем еще поиграться. G вот так. Вот так сделать, да? G. Здесь подровнять. И здесь. Ну хорошо. Как бы вот такую мы должны сделать с вами. А там посмотрим. Давайте теперь создадим. Цирклю. Цирклю, конечно, мы уменьшим, это понятно. S. Вот так. И потянем ее куда-нибудь. Пусть здесь лежит. Так. Объект. К сожалению, мы ее не убрали. Так. P. Сепарат. Слава богу, все. Мы сделали теперь сепарат. Так. Вот, выбрали. Идем сюда. Выбираем геометрию и объект. Ой. Что ж такое получилось-то ужасное. Поэтому мы сначала все трансформации уберем. И здесь все трансформации уберем. Вот, попробуем еще раз. Вот этот. О, теперь она вообще ерунду какую-то творит. Это странно, почему? Или я не то взял? Ну-ка, убираем. Этот у нас курва. Это однозначно, да, где она? Вот она, курва. Так, и здесь мы тоже курву выбираем, цирклю. И уменьшаем ее вот так. Так, и далее говорим, что в объект моде вот это нам надо создать объект из вот этого. Ну-ка, где он тут? Вот, теперь все нормально. Мало того, ребята, мы должны сказать, что если мы пойдем в Edit Mode и скажем вот эту точку выберем, да, мы должны радиус создать. Так, здесь радиус. Так. Давайте сюда подойдем, здесь начнем радиуса создавать. Так, вот маленький совсем, здесь тоже начинаю с ней работать, вот так, она как бы, так, здесь чуть-чуть побольше, вот так, отлично, здесь уменьшаем. Тут сбоку смотрим, как бы немножечко ее с G. Вот так вот. Да?
Может быть, я сюда немного сделать так. Эту. Вот. Эту вот так. Так. Эту сюда. Ну, то есть подгоняем как можем. Это сюда. А это повернуть.